Итак, тема сегодняшнего урока – понятие теории гибридизации. Мы уже знаем, что у атома углерода на четырех орбиталях находится 4 электрона, но не все так гладко. Эти орбитали разные, и электроны располагаются на них несимметрично. На одной S-орбитали располагается 2. Что в его строении заложена строгая симметрия и атом углерода четырехвалентен. Обратимся к теории гибридизации. В чем ее смысл? При образовании химических соединений S и P орбитали как бы перемешиваются, и в результате 4 электрона оказываются на 4 абсолютно симметричных орбиталях. Но дело в том, каким образом могут расположиться в пространстве Хорошо. Свободу попугаев! Never again will she take away my freedom. And we won't forget the day.